Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь о том, как Господь исцелил тело и душу человека. Мы расскажем вам об открытии юбилейных торжеств, посвященных 1020-летию Полоцкой епархии. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы узнаете мнение священника, должен ли христианин молить Бога за себя одного или и за других. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Мы знаем с вами слова Христа. Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И слова евангельские мы воспринимаем как истину. И в Евангелии говорится, что Господь, переправившись через озеро Генесарецкое на другую сторону, в страну Гадаринскую, встретил человека бесноватого, который не мог жить среди людей и находил себе пристанище в гробах среди пустыни. Много раз его заключали в цепи, одевали в одежды, он разрывал эти цепи, одежды и убегал. В этом человеке был легион бесов, которые мучили его не только душу, но мучили и тело. И духи нечистые, зная о том, что пришел Господь, Владыка и Царь всей Вселенной, пали перед Ним и просили Его, чтобы Он не выгонял их совсем, а повелел войти в стадо свиней, которое паслось неподалеку. И все стадо, взбесившись после разрешения войти в него, бросилось с крутизны в море и утонуло. Пастухи бежали в город, в селение ближайшее, и рассказали о том, что случилось. И люди, объятые страхом и ужасом, пришли к тому месту и, кланяясь, просили, чтобы Господь оставил их, чтобы Он вышел от них. И только человек, который был одержим нечистыми духами и исцелился от них по слову Господа Иисуса Христа, только этот человек, обретший чистоту душевную какую-то и чистоту разума, только он просил, чтобы быть со Христом. И самое верное средство для очищения души и сердца человека есть исповедь, покаяние. И, конечно же, слезное молитвенное обращение к Богу: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И мы с вами просим, вновь и вновь обращаясь к Господу, ко всем святым, чтобы Господь не покинул нас и, вопреки даже нашим желаниям, нашим стремлениям, все-таки даровал бы нам сердечное покаяние и желание спасения. Аминь. Для Полоцкой епархии, Белорусской православной церкви, 2012 год особенный. В нынешнем году православные белорусы празднуют памятный юбилей – 1020
2020 лет назад была образована первая епископская кафедра на Полоцкой земле. Из них 15 лет архиепископ Полоцкий и Глубокский владыка Феодосий возглавляет Полоцкую епархию, являясь ее духовным отцом. Полоцкая епархия является самой древней на территории Белой Руси. Она была образована в 992 году. С образованием епископской кафедры Полоцк становится духовным центром. Отсюда православная вера распространяется во все белорусские земли. На территории современной Полоцкой епархии расположено более 100 храмов, три святые обители, Полоцкий Спасо-Ефросиньевский женский монастырь, Березвечский женский монастырь в городе Глубоком, Святом Пантелеимонов женский монастырь в Браславе. Полоцкая епархия охватывает 10 районов. С 17 июля 1997 года его высокопреосвященце владыка ревностно и с любовью служит Богу и людям на Полоцкой земле. Что такое церковь? Церковь – это общество людей, которые объединяются одной верой, священноначальником, таинством церкви. Церковь, она двухсоставна. Она ощущается веянием благодати Божьей, в той силе Божьей, которая действует в церкви. Только во святой единой апостольской православной церкви действует во всей полноте благодать Святого Духа. Кроме вот этой невидимой, всеобъемлющей, всемогущей силы Божией, которую называют благодать, церковь имеет невидимую часть. Прежде всего, великолепные храмы православные. Также особая структура монастырей. Это и священноначальные, епископы, пресвитеры, диаконы, причетники и все те люди, которые трудятся в Боге Церкви. Мы называем сотрудниками. В рамках юбилейных торжеств, посвященных 1020-летию основания Полоцкой епархии, начались широкомасштабные мероприятия. Накануне открытия праздника в соборе Богоявления состоялось чествование священнослужителей, работников епархии и сотрудников кафедрального собора. Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий вручил ордена, медали, грамоты экзарха и благодарственные письма особо потрудившимся. 6 ноября юбилейные торжества открыло праздничное богослужение в кафедральном соборе Богоявления города Полоцка. Множество прихожан пришло в этот день в собор. Правящего архиерея встречали с хлебом и цветами. О прибытии архиепископа Полоцкого и Глубокского в кафедральный собор сообщил колокольный звон. На божественную литургию собралось все духовенство Полоцкой епархии. Владыка благословил священнослужителей для проведения литургии. Во время праздничного богослужения архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий вручил богослужебные иерархические награды наиболее потрудившимся священникам. Во внимание к трудам на ниве пасторского служения Патриарх Петр Иосиф награждается палицей «Аксиос». Аксиос, 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 Аксиос. По окончании литургии был отслужен благодарственный молебен в благодарение Господу за все милости и благодеяния от Него происходящие. Затем состоялось вручение церковных наград священнослужителям, наиболее потрудившимся. Архиепископ Полоцкий и Глубокский вручил медали, грамоты экзарха и правящего архиерея. Полоцкой епархии Белорусской Православной Церкви 1020 лет. Юбилей великий и сугубо исторический. А история по своей сути – это священная книга народа. Книга нужная и очень необходимая для самосознания своей нации. В ней, как в зеркале, в этой книге,
отражается наше прошлое, видится настоящее и угадывается будущее. У нашего народа великое и славное прошлое, доброе и светлое настоящее. А будущее зависит от того, насколько мы с вами будем верны нашему прошлому и настоящему. Духовным стержнем нашей нации является православие. Православие стояло у истоков нашей истории и сумело вырастить замечательные плоды на древе вселенского человечества. Православие сумело не только воспитать великие личности, оно воспитало сам дух народа, доброту, бесстрашие, любовь к Богу и ближнему наш народ сумел пронести через тысячелетие своего крестного исторического пути. История белорусского народа продолжается и по сей день. И творцами этой истории являемся все мы. Для того, чтобы наше будущее было добрым и светлым, каждый из нас ежедневно, ежечасно должен творить добро и угождать Богу, взирая на своих великих духовных наставников, святых Белой Руси, и подражать вере их. Здравствуйте, дорогие телезрители, мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Христианин должен молить Бога за себя одного или и за других? Наверное, прежде всего, конечно, за себя. Слова Серафима Саровского «Спаси себя, и около тебя многие или там тысячи, как говорят, спасутся», касаются каждого из нас. Прежде должен я спасать свою душу. Но, когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим, что он всех просит молиться о себе. Мы все немощны, мы все слабы, мы все подвержены падениям. И это казалось, вот апостолу Петру когда-то, что вот я никогда не отрекусь от тебя. Просто порой бывает непонимание того. И у нас сегодня, мы, наверное, не более Петра, который уже к тому времени много времени провел со Христом, много видел чудес, да уже и сам их совершал, ведь уже было к тому времени сказано, что апостолы ходили и исцеляли, и изгоняли бесов. Наверняка и Петр, как один из первых апостолов. И вот познание самого себя, ему Господь попускает, тебе должно было, ты еще трижды отречешься от меня. Мы все слабы и немощны. Часто можем, ну, кажется, вот я-то вроде вот уже не такой человек, как другие там. Да, другие поступают, может, нехорошо, но мы не всегда знаем глубину своего сердца. И Господь часто, Он то видит нас насквозь и говорит, и часто показывает нам, показывает, давай попускай немощи, падения, для того, чтобы мы как бы пришли в себя. Ведь Бог от нас, по сути, основное, что надо, главное, это смирение. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не учежит. А подводя к этому, ну, Господь ведет каждого своим путем. Ведь Он, как искуснейший врач, не может ошибиться, и каждый попускает именно то какое-то лекарство, порой где-то какие-то отступления, падения, вот когда человек начинает все глубже, глубже познавать самого себя. И вот тут, когда мы спотыкаемся, тут, конечно, нужна помощь, поддержка наших родных, и мы просим их молитв, и, в свою очередь, конечно, сами молимся о других. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч! Сегодня в проповеди вы услышали, что Господь каждому человеку дает возможность исправить свою жизнь и очистить свое сердце через исповедь.
Мы рассказали вам о праздничном богослужении и памятном награждении в честь 1020-летия Полоцкой епархии. В рубрике «Православие. Вопросах и ответах» вы услышали обращение священника к словам Серафима Саровского: «Спаси себя сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания. До встречи через неделю.